В первый день многонационального марафона поделиться своей кровью пришли в основном студенты. Сначала желающие стать донорами проходят прием у терапевта, потом экспресс-анализ крови, и если все показатели в норме, приступают к самой процедуре. После новоиспеченные доноры пьют сладкий чай с печеньем. Сдавала первый раз. Очень понравилось. Помогайте, пожалуйста, людям. Многонациональный марафон проходит в Самаре впервые. В акции принимают участие представители всех крупнейших религиозных объединений. А важен сам человек, который приходит и сдает кровь для людей, которых он, в принципе, не знает. Мы же наперед не знаем, кого мы спасем. Армянина, татарина, казаха, еврея, русского. То есть самый главный момент, что именно спасем. Сейчас большого дефицита на станции переливания нет, но запасы пополнять нужно регулярно. Больше всего востребованы вторая и третья группы крови. Присоединиться к многонациональному марафону может любой желающий. В пятницу станция будет работать на площадке Самарской соборной мечети. Финальный день акции пройдет в субботу утром в соборе во имя святых Кирилла и Мефодия. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.